песня для вас. Вас 21-01. Два, три, четыре. Я расскажу вам про водителя «Жигуля», выпуска 80-го года где-то. Кто-то называет эту машину корытом, и только водитель «Жигуля» называет ее раритетом. Вы легко узнаете «Жигуль» по тонировке. Обычно «Жигуль» затонирован полностью, чтобы он в окно видел только себя и спокойно выдергивал из носа волосы. У водителя «Жигуля» на самом деле есть дворники. Он снял с одного «Опеля» в прошлый вторник. Он возит дворники в бардачке, где всякие детали, и никогда не достает, чтобы их не украли. У водителя «Жигуля» нет аптечки и огнетушителя. Он не болеет и не зажигает, он спокойный мужчина. Водитель «Жигуля» не включает повороты, потому что сам до конца не знает, куда свернет его машина. «Жигули» — это машина. Ты не водил «Жигули», о-о-о, ты не мужчина. Водитель «Жигуля» моет машину по большим праздникам. Таких праздников два — Новый год и дождь. Водитель «Жигуля» не дает гаишникам взятки, ну не потому что нет денег, ну хотя и поэтому тоже. Водитель «Жигуля» — он музыкальный маньяк. Он поставил себе колонки от магнитофона «Маяк». И в заднее стекло ни черта не видно, но бога ради ему плевать. У него прицеп сзади. «Жигули» — это машина. Ты не водил «Жигули», ты не мужчина. У водителя «Жигуля» есть традиция от отца к сыну передавать особые тайные знания. В каком месте нужно постучать по спидометру, чтобы спидометр показывал скорость правильно. Если вы планируете ездить на «Жигулях» зимой, ну что ж, удачи, вам будет не сладко. Но не забудьте подготовить к зиме свой автомобиль. Пойдите в магазин и купите себе норковую шапку «Жигули». Это машина. Ты не водил «Жигули», ты не мужчина. Водитель «Жигуля» на ночь сливает бензин. Он на вкус различает 76-й и 80-й. И 76-й это далеко не предел. Если б был 45-й, «Жигуль» бы ездил на 45-м. У водителя «Жигуля» в бардачке только нужные вещи: свечи зажигания поломанные, половинка сникерса, перегоревшие лампочки, обертки от барбарисок, старая сим-карта, засохшие влажные салфетки, синяя изолента, пластиковые стаканчики одноразовые, использованные уже два раза, старая футболка, ну теперь уже тряпка, семечки, штопор, чупа-чупс, валанчик, карта Сызрани вся в солидоле. Список улиц от карты Сызрани тоже в солидоле. Зарядка для пейджера, жетон на метро, расческа. Здрасте, вот она, а я ее ищу. «Жигули» —